Сегодня обнародована видеозапись страшной аварии, которая на прошлой неделе потрясла Алтайский край. Трагедия произошла 5 февраля на федеральной трассе М-52. Женщина-водитель обгоняла грузовик, но то ли не рассчитала скорость, то ли не заметила едущую навстречу иномарку. В конце маневра она запаниковала и начала выкручивать руль в направлении двигавшегося навстречу автомобиля. В результате столкновения по касательной машина вылетает прямо под многотонный грузовик. В аварии погибли два человека. Майор полиции Алексей Фомин и его спутница. Виновница аварии отделалась легкими травмами.